Ханты-Мансийцев больных сахарным диабетом обеспечили инсулиновыми помпами. Накануне в УКБ такую медпомощь получил еще один пациент. Инсулиновая помпа – это альтернатива многократным ежедневным инъекциям инсулина. Аппарат доставляет лекарства непрерывно, по сути, исполняя функцию поджелудочной железы. Устройство можно настроить индивидуально под человека. Стоимость одного комплекта – 200 тысяч рублей. В этом году больница закупила 4 инсулиновые помпы, и все они уже в работе. В следующем году оборудованием обеспечит еще 10 человек. Отмечу, сегодня сахарный диабет стоит на третьем месте по распространению в мире и на втором месте по смертности. Если не вести адекватное лечение, то развиваются тяжелые осложнения. На помпе, как видим, у нас тут всего 5 кнопочек. Очень легко все сделано для простого пользователя.